Всем привет-привет, дорогие мои! Это мой очень большой заказ, но так как я заказывала все оптом, то я только несколько видов всего по одному, да, поставила. Значит, первый заказ у меня был тут на 15 тысяч. Тут выпрямитель для волос я заказала, и к нему нашел в подарок вот такой вот шампунь. То есть это у меня первый такой подарочек. Далее, значит, каталог, купон, удлиняющая тушь Black Crystal тоже за 1 рубль. Такая вот тушь. Ее толстым слоем, кстати, наносить нельзя. Она тоже за какой-то... за запеченные тени Glam Power шла в подарок. То есть тени заказываете, тушь в подарок шла. Я, конечно же, все это забрала. Потом, значит, у нас у драйвовцев была акция. Карандаш пятновыводитель я заказала. Спрей. Чистящая мусс-паста заказала. Видите, по 8 штучек я взяла. Как бы немало. Далее, значит, концентрированные биокапсулы для стирки и чистящая мусс-паста по 1 рублю. Это, значит, у меня вот это вот 1, 2, 3, 4 тоже подарок. То есть 6 подарков мы уже с вами насчитали суммарно. Это в подарок шло за то, что я ездила в Москву и разрабатывала обучение вместе с другими VIP-консультантами. Далее пятновыводитель и так далее. Шампунь, вот видите, за рубль, 6 подарочек, да. Дальше идут БАДы. БАДы я заказала где-то 4, где-то 1, где-то 8 штук, где-то 5 штук. Заказала для себя, для мужа, для мамы, для папы, для свекры, для свекрови. И вот такой вот чек получился на 15 тысяч рублей. Это автозаказ, то есть он пришел мне намного позже, чем основной заказ. И далее вот такой вот еще поддержка репродуктивной системы для женщин. Я взяла 3 штучки на 3500 плюс на 11 тысяч. Тут у нас идет активная добавка пищи дигидрокверцетин и минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды коралловый кальций. Заказала. Потом, значит, что-то дигидрокверцетина-то тут и нет. Где-то что-то он куда-то у нас в другой коробочке, видать, был. Я его в той коробке сняла. Вот, потому что я первый заказ сняла. Ко мне приехали девчонки снимать воронку, и я все унесла в спальню. Теперь из спальни что успела, что сняла. Далее, поддержка печени БАД. 10 штучек взяла на 11 тысяч. Это все такие, как автозаказики. Падала в автозаказик. Тут биологическая добавка к пище L-карнитин плюс витамины группы В. Порошок из ростков пшеницы Витграс. 5 штучек. Смесь масляных растительных экстрактов Бронхофорте. Очень хорошо себя показал Бронхофорте. Мне очень понравился. То есть вот такой чек на 7 тысяч. Вот, представляете, куча просто автозаказов пришла. Я, наверное, в первый раз такое показываю, да? Так, тут на 26 тысяч. Но тут идет 10 БАДов Vision Support, это поддержка для зрения. Далее идет поддержка для костной ткани, 10 штучек. И БАД к пище Molecula Force Bovel Support, это поддержка кишечника. Вот, 5 штучек получается комплекс для укрепления волос и ногтей. Еще, да, то есть самый такой дорогущий, можно сказать, чек 26 тысяч. И вот этот самый-самый дорогой, это 27 тысяч. Тут идет масло кедровое с сигнальным пептид комплексом. Это абсолютная новинка. Signum 100 от старения. Эта новинка у нас идет. 158-80 артикул. И далее косметический женский гель, который наносится непосредственно на слизистые женские органы. Половые с артикулом 158-81 Signum 2. Или Signum 2, наверное. 2, это, наверное, 2. Signum 2. Тоже на 27 тысяч. Тут 1,4. Они дорогущие такие вот идут. То есть одна штучка, вот по моему ценнику, 3703 рубля получается вот этот Signum 2. Такая вот красота, такая вот вереница чеков. Что ж, перейдем к заказу. В общем, вы поняли, да, я, чтобы не захламлять пространство, решила сразу перейти к делу. Так, ну, во-первых, для тех, кто в драйве, да, то есть VIP-консультант и зарегистрировался на платформе Drive, были вот такие вот акции классные. Ну, я думаю, все VIP-консультанты это видели и знают. Такой вот выпрямитель очень классный. У меня уже есть один. Этот я возьму на подарок. Скорее всего, подарю или что-то. Вот, ну, сейчас проверю, чтобы он прям рабочий был. Что мне понравилось? Он хорошо скользит. Очень классные кудри такие приятные получаются. Стойкие кудри. Тут несколько режимов. От 140 до 230. Я 180 завиваюсь. Плюс минус тут регулируется, включить, выключить, и в принципе все. То есть можно выпрямлять, можно завивать, и объемчик, и все можно сделать, да. То есть тут такая вот инструкция очень интересная, коротенькая, что тут можно, что нельзя. Но в принципе это такие вот, как сказать-то даже, да, обычные щипцы, которые, ну, всегда пригождаются. Кому выпрямить, кому завить. У нас же как, кудрявые выпрямиться, прямые завиться. Всегда же так было. И он удобен. Приходит в такой вот красивой коробочке на подарок. Отлично. 910-385.
Мой любимый, так сказать, дорожный шампунь очень мне нравится. Идет как концентрированный, 200+%. Он получается 3 раза экономичнее, рассчитан на 90 применений. Ну, понятно, тут еще какой длины волосы. У кого-то ниже попы волосы, да, а у кого-то очень короткая стрижка. У кого короткая стрижка, тому хватит не на 90, а в 2 и в 3 раза больше, да. Идет он 190 миллилитров, но за счет того, что он концентрированный, его на очень долго хватает. Он такой вот прозрачный, очень-очень густой. Видите, он еле-еле течет. Вот этого вот мне хватит 2 раза голову помыть, понимаете, вот до чего он экономичный. Прям супер просто. Запах. Практически нет никакого запаха, какая-то легкая, небольшая такая вот свежинка. Также он мало того, что бережно очищает, он еще и способствует увеличению густоты и плотности волос и придает объем. Содержит масло амаранта, биотехнологический комплекс, и экстракты планктона, крапивы, пыльцы, перца, яичного желтка, зародышей пшеницы, хинного дерева и цветов арники и пфафи. Состав прям такой хороший, добротный. Далее такие вот купончики, не знаю, сколько тут штучек, да, за каждую, ну, грубо говоря, 1000 рублей по каталогу дарятся купончики, они еще будут у меня пребывать, у меня заказ большой получился в этом каталоге, еще с прошлого каталога я 300 с лишним баллов оплачивала, так что ого-го. Далее тушь Black Crystal, это, грубо говоря, я выполнила программу Faberlic Drive, если честно сказать, но на самом деле артикул 5822 у нее, вот эта вот тушь Black Crystal, она мне не очень-то, можно так сказать, нравится. Потому что ей, если делаешь пышные классные ресницы до небес, то они нифига не сохнут. Хотя флакончик очень хороший, а кисточка тоже хорошая, но оно не высыхает, понимаете? Прям ни в какую. То есть нужен очень тонкий такой слой, и вот тогда вы будете довольны этой тушью. А мне тонкий слой не устраивает. Я хочу вот прям длинные-предлинные ресницы, поэтому ее вот можно так, скольчо ничего покрасить, а где-то вот как-то дневной макияж, она нормально, да, то есть, но сильный объем ей делать нельзя. 58-22 артикул. Если мы делаем сильный большой объем, она действительно отлично наслаивается, и лапки паука не делает, и ничего не делает, но она не высыхает, слипаются глаза, слипаются веки, она отпечатывается на веке. В общем, не очень удачный вариант, но мне нужны были эти тени. И я, не знав, заказала эти тени, не знав, что будет подарок мне за это, но вот у меня закончились они просто, я их уронила немножко, и понимаете, вот тут такие цвета, такие классные оттенки, что они такие вот прям живые, хорошие и очень-очень мне нравились. И поэтому я заказала вот эти тени. И когда мне пришло в подарок, вот эти вот, они вроде как и не блестящие, но они, знаете, такую свежесть взгляду вот эти вот белый оттеночек придает. В общем, мне не нравится. Я вот частенько, они у меня на столе лежат, я где-то нет-нет поправляюсь в макияже. Клевые вообще тени вот эти, вот именно эта цветовая палитра, она мне очень сильно подходит. Артикул 5385. И вот за эти тени мне прилипла тушь Black Crystal. Хотя я-то просто тени брала, я даже не почитала акции, представляете, а мне подарок прилетел, вот везучая. Далее, по квесту нужно было что-то купить из Samba de Rio, и я подумала, гель для душа вот этот вот, да, унисекс, такой легкий морской бриз, который подходит всем, почему бы и не взять, хотя он у меня еще есть, и мы еще его не израсходовали, но это крутая находка, да, поставил в ванную, и фиг его знает, когда в следующий раз менять, да, прошу прощения за сленг. Артикул 1441 очень мне он понравился, я от него кайфанула, он очень приятный, вот знаете, это та линейка, ой, вообще нежность, нежнятина просто, да, такой вот морской нежный какой-то бриз, но не цветочный, да, то есть цветочками не пахнет, но чем-то очень нежным таким, приятненьким, со сластинкой легкой, но больше, конечно, свежести. Я, когда они пришли мне, да, то есть я их все сразу в ванну поставила, начала ими пользоваться и даже сделала с ними фотосессию. Ну, до чего вкуснятина, прям меня редко, вот, да, то есть 1500 новинок в год компания выпускает, да, у нас самый широкий ассортимент из всех сетевых компаний, я на редкости вообще чем-то впечатляюсь. Вот в чем момент, да. А тут, понимаете, вот впечатлилась. Реально вкусный, реально приятный. Мне очень понравился. Ну и, конечно, такой вот скрабушка. Я его тоже себе заказала. Такой вот он. Он на самом деле кажется жидким, да. Но он, если его ковырнуть, вот он, видите, какой. Вот такой вот он. И он очень хорошо скрабирует и очень вкусно скрабирует. В общем, я прям с удовольствием его уже израсходовала. Ну, конечно, не я одна, мне еще доча помогла. В общем,
Да, значит, дальше, что у нас тут еще идет, это коралловый кальций, это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Ну, чем он мне нравится? Тем, что вода становится лучше и качественнее, нежели есть на самом деле. Воду нам привозят, но мы еще ее вот таким образом кондиционируем специально, чтобы вода была еще лучше. Артикул 157.30. Один фильтр-пакетик нужно класть на 1,5 литра воды, ждать примерно 30-40 минут, и вот кондиционированная вода у нас с вами получается. Что самое интересное, то что тут 12 пакетиков сашей, мы эти 12 пакетиков и кладем. Очень-очень удобно. На бутыль 19 литров. Самое-самое то. Дальше вот такая красота. Это как раз-таки масло кедровой живицы. Это новейшая новинка. Называется Signum 100 с артикулом 158.80. Так, значит, вот эта красота у нас с вами появилась на сайте. Я еще про нее аннотацию не знаю, поэтому честно говорю, что я вам сейчас все это дело прочту. Это масло кедровое с кедровой живицей и сигнальными пептид-комплексом Signum 100. Это комплексный продукт, который воздействует на фундаментальные механизмы старения, способствует коррекции патологических процессов и их профилактике путем сочетания лечебных, профилактических и общеоздоровительных свойств, направленных на снижение темпа старения и обращение биовозраста. Представляете? Обалдеть просто. Биологическая активность продукта обусловлена входящим в состав компонентами и их синергетическим воздействием. Содержащиеся пептиды оказывают прямое омолаживающее действие, способствуют биоактивации, регулируют гормональный обмен и восстанавливают клетки, оптимизируя биомеханические процессы в организме. Также в составе идет масло кедровое, которое способствует как регуляция фосфорно-кальциевого обмена, улучшению усвоения кальция, нормализует работу иммунной системы, повышает защитные силы организма, способствует восстановлению. Вот. Живица кедровая, терпентин, имеет геропротективный эффект и химиопрофилактическую активность против рака молочной железы, кожи, печени, легких и желудка. Улучшает обмен веществ, снижает уровень холестерина и триглицеридов в плазме крови. Так, дальше. Пептид-комплекс Signum 100. Вот как раз он вот, да, так и называется, Signum 100. Оказывает тканеспецифическое регуляторное действие на организм, способствует восстановлению функций до физиологически оптимального уровня, препятствует развитию патологических состояний, применяется для профилактики и биостимуляции. Также масло фундука. Первый раз вот прям вижу, что масло фундука. Отличается высоким содержанием пальмитиновой, олеиновой, стеариновой, линолевой кислот, достаточной насыщенностью необходимыми организму витаминами Е, В, ПП и С, а также высокой энергетической ценностью. В плюсом ко всему еще и масло черного тмина. Его люди где только не берут, как только не заказывают, да, представляете, да? Которое оказывает на организм противовоспалительное, жаропонижающее, болеутоляющее, противовирусное, бактерицидное, отхаркивающее, регенерирующие и тонизирующие действия, и экстракт чаги, который обладает антиоксидантным, иммуномодуляторным, гипогликемическим и гепатопротекторными свойствами. Полифенол в составе гриба имеет подтвержденные антиоксидантные свойства. Очень такая вот красота. Давайте ж я вам его открою. То есть это профилактика старения получается. Очень туго открывается. При вас все первый раз, еще ничего не пила, не пропивала, потому что у меня еще предыдущие сигнумы не закончились, да, то есть вот такая вот красота. Давайте с вами посмотрим, что у нас тут. Так, вот тут уже первый отзыв есть, что начали пить, да, начала пить. Похоже, в организме происходит восстановление. Сплю и ночью, и днем. Просыпаюсь легко, весь день ясность мысли, по-моему, увеличилась скорость реакции. Ну вот видите, да, вот как применять. Значит, способ применения обязательно взрослым ежедневно. 2 капсулы утром и 2 капсулы вечером. Курс приема 1 месяц. Рекомендуется повторять курс каждые 3 месяца. Область применения у них получается. Пищевая добавка рекомендуется в качестве дополнительного источника А, В, Е, С, Д и К витаминов, линолевой кислоты, кальция, калия, магния, меди, флавоноидов, каротиноидов и гликозидов. Рекомендации по применению идет профилактика старения, продление жизни и биоактивация организма. В общем, очень мощная аннотация. По моему ценнику он стоит 5925 плюс 65 баллов весит этот продукт, почти 66 баллов. В общем, очень дорогой продукт, и я думаю, что вот я его начну пить, как вот мы с Викой с интенсива приедем, он только
только для взрослых, как вы понимаете. Ну и я так понимаю, что 25 плюс уже надо бы пропивать начинать, потому что, ну, это нужно и важно для организма. Я их заказала, как вы помните, 5 штучек. Дальше. Очень мне понравился эффект, поэтому заказала еще в запаснике комплекс для укрепления волос и ногтей. Реально растут ногти, реально растут волосы. Здорово. Артикул 158-65. Дальше. Family Comfort. Это поддержка репродуктивной системы для женщин. Идет с артикулом 158-46. Тоже отлично после нее себя чувствовала. Vision Support. Пропивала давно, несколько баночек, пью его сейчас. И вот раньше, да, ну мне 40 лет, я всю жизнь перед компьютером, походу, глазки попортила. И вот этот вот состав о продукте мне было сложно читать аннотации уже на баночках. Но пропив Vision Support, поддержка для зрения, ребят, я начала видеть снова, как видела там, например, 5 лет назад. Это очень круто, я их буду пить, пропивать. Они легко сочетаются и с пептидами, и с другими БАДами, да, то есть можно несколько БАДов за один прием пить, несколько видов БАДов, и на 3 приема несколько видов БАДов разделять. Я все это консультировала с настоящим доктором, 30 лет практики, с нутрициологом, плюс ко всему, да, с диетологом, нутрициологом, она еще на детского нутрициолога недавно закончила. Артикул 158-35, поэтому рекомендую, применяйте, вылечивайте глазки. Далее, у меня муж любит покашлять, и, конечно, вот этот бронхофорт ему очень сильно помог. Артикул 158-12, тут натуральный состав, вроде бы, знаете, ну, травки травками, ничего такого тут нету, да, удивительного, но на самом деле очень хорошо сработало, и тут я тоже решила начать кашлять, но не начала. А ребенку тоже давали при кашле, тоже отлично сработало, без всяких вредных таблеток из аптеки. Вот это нужно понимать, поэтому бронхофорты сейчас в нашей семье это фаворит. 158-12. До этого мы, конечно же, тоже не пили таблетки из больницы, но мы пили БАДы другой компании. А сейчас такие классные БАДы есть у нас, поэтому я у нас буду заказывать. Далее, поддержка репродуктивной системы для мужчин. Ну вот что для женщин, что для мужчин. Я бы вам сказала, что это просто вот для нас лично, как для профилактики. Потому что нам с мужем по 40 лет, он меня еще и младше, ему еще 40 нету, да. То есть, ну просто для профилактики попить. Артикул 158-53. Работает отлично. Я читала про него аннотацию, просто бомбезная. Далее, поддержка эндокринной системы для мужчин. Но это если у мужчин есть прямо ярко выраженный лишний вес, то, конечно, нужно пропивать его, да. То есть у меня вот, например, Антон месяц пьет, месяц перерыв, месяц пьет. Ну, могу сказать, что действительно, да, он сам мне признался, что у него много энергии, он меньше кушает сладкого и так далее, потому что говорит, ну, не хочу. Вот, я же женскую эндокринку пью, все равно хочется сладенького мне еще. Но мой врач сказал, что если тебе хочется, например, белых булочек, то тебе не хватает магния. Пей магний по 2 штуки 2 раза в день. Тогда у тебя тяга должна пройти. Вот сейчас пью магний. Артикул 158-54. Эндокринка мужская. Как я проверила, как работает комплекс для поддержки костной ткани. У меня есть весы Пикук. Все вы знаете, что есть куча разновидностей весов, где вы встаете и вам говорят, сколько у вас воды, сколько у вас костей, сколько у вас лишнего веса и так далее, и так далее. В общем, так посмотришь, ну, господи, боже мой. И вот у меня была нехватка для поддержки костной ткани. Как раз вот костной ткани мне не хватало, да, и я своему врачу звоню и говорю, Лена, как это костей не хватает? Что это такое? Она говорит, Аня, это могут быть и переломы, или какие-то хронические начаться заболевания страшенные, да, не будем их сух называть, которые вот кости, да, когда прорежутся и так далее. Я говорю, а что мне с этим делать? Говорю, вот я пропью комплекс для поддержки костной ткани. Говорю, мне поможет? Она говорит, да, поможет. Оказывается, когда организму не хватает минералов, каких-то витаминов, питательных веществ и так далее, организм их берет из костей, потому что человек лежа сколько тогда может жить, а без сердца он, например, жить не может. И организм все, что не хватает, берет из костей и направляет на жизненно важные органы, без которых человек жить не может. Поэтому вот такой БАД. Я всегда считала, зачем мне это надо, ерунда какая-то. А на самом деле, хо-хо-хо, какая это не ерунда. И могу сказать, что я его пропивала. Я его пила не месяц, конечно. Я его пила 3 месяца, и у меня на Пикуке сейчас на весах в норме кости. И это очень приятно. Вот так я его и проверила. 158-45. Вы представляете? Урокомплекс для женщин. Тоже очень хорошая штука. Я им лечусь, когда бывают признаки или цистита, или почки, чувствую что-то не так. Я его начинаю пить, у меня все проходит. 158-48. Мне он очень хорошо подошел, очень хорошо помог. Дальше, урокомплекс для мужчин. Ну вот, когда мы все пропиваем, я еще Антохе вот эти БАДики прописываю, чтобы он для профилактики тоже пропивал, хотя у него пока что очень хорошо, проблем нет, но все-таки я ему заказываю. 158-59. Он у меня БАД
шоколады любит пить. Раньше очень психовала, потом привык, спрашивает, а что бы еще выпить, а что бы еще выпить. Я говорю, а хитренький какой. Дальше, L-карнитин. Ну, это перед прогулкой, если вы выпиваете, у вас и жир сжигается, и намного больше энергии. Тут еще витамин В6, В2 и В1. А витамины группы В – это радость вашей жизни и так далее. То есть они такие. Дальше, мультивитамины для мужчин. Артикул 158-49. Отправляю нашим ребятам их на СВО. Да, мой доктор сказала, что давай вот их отправляй обязательно. Далее, ливер суппорт – это поддержка печени. Ее можно вообще без перерыва пить, если у вас есть вредные привычки. Например, покушать конфет, покурить, не знаю, спиртное. Что там еще? Кофемания. Вот я очень жуткий кофеман, я очень люблю кофе. Неправильное питание, например, да, там много жареного, еще что-то, печень от всего от этого страдает. И вот ливер суппорт – это то, с чего нужно вообще начинать пить БАДы и знакомиться с БАДами. Фаберлик – это поддержка печени и поддержка кишечника еще. БАД очень хороший у нас. Вот эти два БАДа, вот с них нужно начинать, как говорит мой доктор. Артикул 158-42. Дальше, конечно же, прокладки. Я их заказала тоже много штук. Почему? Потому что две покупаешь, третью вкладывают в подарок. Я заказала их реально много, пол коробки большой. Ну, как большой, обычной пол коробки. Да, то есть они вот так сложены идут. Ну, а чего переплачивать? Я люблю, когда вот акции всякие, подарки, поэтому это уже седьмой подарок. И 4, по-моему, или 5 пачек мне пришло в подарок. Заметьте, да, не слабо так 5 пачек прокладок в подарок получить. Тем более у нас две девочки в семье. Артикул 112-89, 10 штук. Во-первых, чем они мне нравятся, да, видели, как они сложены аккуратно. Во-вторых, вот это все запаяно. В-третьих, вот тут тоже все запаяно, то есть можно брать с собой, понимая, что ничего туда не насыплется, никакой грязи, ничего. Они идут с анионовым чипом, а анионовый чип это... как сказать, он обладает естественным антибактериальным и дезинфицирующими свойствами, благодаря которым предотвращает появление нежелательного запаха и также антибактериальные компоненты. Да? Без добавления химических антибактериальных компонентов он с ними борется. Реально максимальная защита от протеканий. Мне очень нравится. Вот они реально надежные. Мне есть с чем сравнить. Я бывала, да, там в поездку еще куда-то забывала их с собой брать. 100 раз пожалела. Даже самые дорогие, в 2 раза дороже этих, прокладки не справляются так, как справляется вот эта красотка. Вот. Далее, легкий аромат зеленого чая. Если честно, я его не чувствую. Индивидуальная упаковка, я вам сказала. И, конечно же, тут идет инновационный абсорбирующий гель, который обеспечивает отличные впитывающие свойства. Может впитывать до 100 мл жидкости с полным поглощением. Вот этот тоже, конечно, круто. И поверхность будет сухая, да, поверхность прокладки. Давайте же посмотрим на эту красотку. То есть обычная прокладка. Вот тут вот у нас с вами идет анионовый чип, который положительно влияет и на женское здоровье и так далее. Я всегда пользуюсь только этими прокладками и могу сказать, что это кайф. Тут очень надежная клейкая штука, толстая. Крылышки тоже очень надежные. Тут тоже клейкая штука не маленькая. Она очень хорошо приклеивается. Ну, понятно, она сухая, да? Вот. Я иногда после душа выйду влажненько, начинаю приклеивать, а оно плохо клеится на сырое. Бывает такое, да? Когда плохо вытрешься, вылетаешь из ванной. В общем, такая вот красота. Причем недорого. Причем еще и две покупаешь, третья в подарок. В общем, сэкономила я очень круто. Вот. Далее. Витграсс, ростки пшеницы. Все мы с вами знаем, для чего нужна зелень. В принципе, для синтезирования белка. В основном, моя дочь вообще ни в коем разе, да, в связи с диагнозом аутизма, она вообще зелень не принимает. И она не хочет. Поэтому мы этот порошочек наводим, как лекарство. Шприц из-под нурофена. Разводим с водичкой. Наводим шприц, да, из-под нурофена. Ой, сейчас как стрельнет у меня все. Ну, вот так и знаю. Ой, аккуратненько бы. Боюсь. Да, такой вот, видите, порошочек обычный, да, хорошенький, да. То есть он такой пыльненький. Вот, наводим, да, то есть одну столовую ложечку в день она у нас принимает вот такого порошочка. Тут 25 порций. Ну, вот и пусть принимает, раз вытряхается, не хочет ни петрушку, ни огурчики кушать. Дальше, значит, восстанавливающий активный спрей. Это спрей такой вот для лица. Вообще супер просто. Он очень хорошо увлажняет. Вот сейчас мы едем на дельфинотерапию, Джубку. Сейчас дельфинотерапия, плюс еще 5 занятий в день на 10 дней. Вот мы отдаем 300 тысяч рублей, но это с проживанием и питанием. И только за двоих. Да, то есть, а за остальных еще доплачиваем. То есть мы едем всей семьей, кроме Кати. Катя не захотела ехать. Вот 300 тысяч нас взяли. Ну и сверху еще проживание наше и так далее. Значит, артикул 0256, спрей шикарный. Его также можно замораживать в морозилке и протирать лицо. Да, кто не знал, тоже очень хорошо работает, особенно летом, когда нет ничего положенного. Дальше, паста.
Я ее уже вам показывала. Такая вот чистящая паста очень интересная. Вот. Мне кажется, она будет засыхать. Мы ей попробовали почистить. Но вы знаете, честно скажу, что ничего такого особенного в ней нет. Она просто, ну, чистит и чистит. Нормально и нормально. Артикул 333. Тоже понравилось. Мультифункциональная чистящая мусс-паста. Чистит абсолютно все. Далее порошок. Я его заказывала. Я его израсходовала и стирала. Помню, что заказывала весь новый набор в подарок еще свекрови. Ну, не в подарок, а просто так послать, как типа гостинцев, да. Но ей тоже очень понравилось. И в этот раз вот мне по две пачки вот такого дела пришло. То есть в предыдущем обзоре мне пришли первые пачки. Я забыла второй добавить. И сейчас вот вторые нам пришли. Очень-очень приятно, потому что в подарок от компании действительно стоящая вещь, которая действительно хорошо отстирывает. Артикул 30013. Причем он еще идет вместе с пятновыводителем. Причем их можно и полыми мыть. В общем, он такой очень интересный. Но он защищает яркие цвета и ткани, придает вещам легкий аромат. Ну да, действительно так. В общем, хорошая корейская штучка. Далее. Тяжелая артиллерия, как я называю. Это карандаш пятновыводитель универсальный. Выводит все пятна до единого. Очень мне нравится. Стоит копейки, а вещей спас не знаю на сколько сотен тысяч уже рублей. Просто восхищаюсь этой штукенцией. То есть очень удобно. Отрываете вот так. И влажное пятнышко, сырое желательно, натираете. И в машину. И минут через 15 можно стирку запускать. Это прям тяжелейшая артиллерия. Если какие-то супер-мега яркие цвета на вещи, да, то он может их попортить, эти вещи. Будьте осторожны, он отбеливает практически все. Артикул 301.52, но у меня лично в моем доме ни одной цветной вещи не испортил. Но я была свидетелем, давным-давно мы ездили в Беларусь, и несколько раз приходилось одной девушке, которой заляпали блузку черной краской, она блондинка, на нее просто надели вот эту вот черную штуку, чтобы сделать ей прическу на мероприятии, представляете? И ей заляпали черной краской, кто-то до нее красился. Я думаю, господи, почему эти накидки не моют? Ну почему их не моют? В общем, блузке капец пришел. А пока мы ехали домой, понятно, она в этой блузке ехала. А пока мы замочили и ушли на мероприятие. Значит, замочили мы где-то в 10 утра, а приехали с мероприятия где-то в 12 ночи. То есть мы еще с девчонками сидели в ресторане, общались с каждой по бизнесу, с каждой по одной. Она меня ждала. Мы приезжаем, а на блузке белое выевшее пятно. То есть полностью все выцвело. Ну, я думаю, что не надо дольше было 15 минут держать, да. Но вот этот карандаш пятновыводитель вот такое воздействие, конечно же, дал. Но там, конечно, была черная краска. Вы представляете, черную краску с такой розовой шелковой блузки. Как ее оттереть? Ну, вообще нереально. Еще с нее деньги взяли за прическу. Я говорю, блин, сколько прическа стоит и сколько блузка стоит? Могли бы уж и не брать, раз уж так накосячили, да. Но нет, еще денег взяли. Дальше, значит, артикул 301.51. Такой спрей. Это средняя артиллерия, как я его называю. Он практически тоже все выводит. То есть вот этот карандаш, в принципе, мы им пользуемся редко, потому что этот неплохой. Он хорошо выводит, но не так круто выводит застарелые пятна, как вот этот, например, да, карандашик. А это все было с 50% скидкой для драйвов. Для драйвовцев, как я смеюсь, да, кто зарегистрирован в Faberlic Drive, то бишь в статусе VIP, для них вот была такой вот спрей-пятновыводитель тоже с 50% скидкой 301.51. Дальше, вот это мне пришло в подарок, пятновыводитель концентрат плюс активный кислород. С ним можно стирать, чистить ковры, чистить золото, в общем, все, что захотите, чистить раковины. То есть это такая очень сильно универсальная штука, прям, да, чтобы баночек мало в доме было. Артикул 300.15. То есть такая вот красота. Далее отбеливатель для белых тканей. Я взяла тоже 50% скидки было в драйве. 30028. И такой отбеливатель 30027. Кислородный пятновыводитель. То есть его мы добавляем просто при стирке. Вот этими двумя отбеливателями можно мыть все. И обивку у мебели, и коврики можно мыть, и ковры вот эти вот большие, не только коврики входные. С ними можно запускать хоть что, да, хоть нижнее белье, хоть шторы, да, как мы смеемся, хоть покрывало. То есть они стирают все полностью, отстирывают все, что захотите. И также, конечно, и тем можно чистить золото. Очень тоже хорошо чистится. И вот такая вот красота. Это у нас идут такие вот, я думаю, не все видели. Тоже, кстати, в подарок. У меня сегодня какой-то заказ странный вообще. Вот такие вот капсулки. Очень, конечно, смешные. Они такие, видите, мягонькие, хорошенькие. Гнутся-мнутся. Это у нас идет биокапсулы для стирки плюс пятновыводитель. Ну, что я могу вам сказать? Мы ими стирали-стирали. Тоже разницу вот, ну, не увидели.
То есть вот что этот порошок, что эти капсулы, как-то я не знаю. Тоже плюс пятновыводитель, тут пятновыводитель, не знаю. Я не поняла разницу, я вам честно говорю. Просто кому-то нравится порошочком, кому-то гельчиком, кому-то капсулками. Вот это мое личное мнение. Вот, и поэтому компания все выпускает, но одно другого не хуже и не лучше. Артикул 331. Пусть меня ругают, зато правда. Да, ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.